Привет, YouTube, привет. Вот на примере вот этой машинки, которая зашла, попросили ребята показать, как вы держите, как правильно держать крючок. Ну вот крючок у нас на подвесе. Одной рукой, естественно, мы держимся здесь. Второй фиксируем чуть дальше. Вот. И подводим под вмятину и работаем. Как бы как правильно держать, как неправильно, я не знаю. Я в каждом отдельном случае, так сказать, нахожу свою тактику, как я должен держать крючок. Один раз я, допустим, держу вот так. Другой раз там ближе. Третий раз я держу вот так. Вот в руке. И его вот так вот, как бы, когда надо более точно попадать, фиксирую, опираясь. То есть, как вот в бильярде мы стойку ставим и ставим кий там. Кто-то так, кто-то через дулю вот так вот, кто-то вот так вот делает, кто-то вот так, кто-то так, кто-то так. Вот, как удобно. Самое главное, чтобы окончание вашего инструмента попадало в нужную точку, в нужное место на вмятине. Вот, центр для начала. Либо там надо вам плясать рядом. Поэтому, в принципе, когда надо точно, я стараюсь вот кончик так руками направлять, на весу держать. Допустим, в данном случае вот так, опираясь об крышу и каким-то пальцем, и наводя, так сказать, чтобы у меня позиция окончания вот этого, окончания инструмента попадала туда, куда мне надо. Соответственно, выстраиваю вот свет для начала подальше, повыше ставлю, вернее, не подальше. Сначала ставлю как бы поближе, вот вмятина, с которой, допустим, надо работать. Она хорошо освещена, хорошо видно дно, потому что для начала я стараюсь попадать в серединку вмятинки и ее потихонечку нянчить, поднимать. Сначала ее раскачать немножко, пробить, или наоборот сначала пробить, если края острые, и потом потихоньку ее раскачивать, раскачивать, поднимать, забивать, поднимать, забивать. Вот, собственно, я думаю, что я на ваш вопрос ответил. Вот. В данном случае я не знаю, как правильно, неправильно. Я вот либо вот так держу крючок, на что-то опираюсь и, так сказать, его регулирую, либо вот когда надо более точно, вот упор делаю, допустим, в крышу, в капот или куда-то, и вот так уже там, либо более точно вот так, когда очень острым крючочком каким-то приходится работать, вот, по типу вот таких вот, которые практически. Вот так он у меня в пальцах, и я им туда-сюда вожу. И точнее, я уже вот левой рукой я его держу, основное усилие, а правой рукой только когда при нажиме я помогаю, а выставляю я только вот так вот. То есть вот так я держу инструмент. Ну все, я думаю, что вопрос вполне, так сказать, на вопрос я на ваш ответил. Там, если что не ясно, непонятно, задавайте еще вопросы, постараюсь снять или ответить так, если кратко можно ответить. Но в данном случае я считаю, лучше один раз показать, чем долго и нудно рассказывать. Все, всем удачи, пока-пока.